На качество жизни влияют не только квадратные метры современного жилья, но и инфраструктурные объекты. Школа номер 36 стала первым общеобразовательным учреждением Твери, где в рамках программы поддержки местных инициатив будет установлена многофункциональная спортивная площадка. Сейчас на объекте ведется заливка основания бетоном. Подробности расскажем в нашем сюжете. Все началось с футбольного поля, которое открыли прошлой осенью. Тогда стало понятно, что 36-й школе нужно полностью обновлять спортивное ядро. На тот момент площадка, которую сейчас заливают бетоном, представляла собой потрескавшееся асфальтовое покрытие со старыми турниками. А в типологию проектов ППМИ как раз включили новые направления. Эти проекты можно реализовывать на территории и общеобразовательных учреждений. Мы загорелись этой идеей, времени было очень мало, но попытались, успели и справились с поставленной задачей. Являемся пилотной школой по реализации подобных проектов. Александр Лукьянов – один из тех, кто активно поддержал проект установки спортплощадки, а затем возглавил инициативную группу и теперь вместе с родителями и педагогами контролирует каждый этап его реализации. В этой школе учился мой сын, заканчивает школу моя дочь. Хочется, чтобы школа имела интересные проекты, которые были воплощены, которые пошли на пользу детям. Вложение денег очень достойное. Вот. Оно пойдет, думаю, что ни одному поколению наших детей. Вот. И со временем мы увидим новые звездочки, которые будут в этой школе. Многофункциональный спортивный комплекс площадью 540 квадратных метров с покрытием из резиновой крошки будет предназначен для занятий баскетболом и волейболом, а также для проведения массовых спортивных мероприятий и соревнований.